пытался припрятать его для себя. Я его запер в камере В7. От старого модуля Д6. Я слышал все. От разгадки меня отделяла только дверь. Ну, может быть. Ой, попрофена. Ну или болтой, ну то есть я их попрофен называю. Что же забыл? Принято! Сейчас. Откуда он пришел? Это я не знал. Блин, второй раз там бы не подрывалась. Допустим. Там есть труба, не переходите. Ау. Я попробую, но я не уверен.
О! Хе-хе. А я умный. Ничего себе. Какая-то жесть. Непонятное дело, что убью, потому что я не следил за... Ах, хуй. Я знаю, как можно спуститься аккуратно. Не уверен, но я спустился вот тут. Допустим. Это ты его не открываешь. Ну да. О, туда можно. Можно было, серьезно? Не ожидал. Подвигли. Значит, нет, не открывать. На всех мониторах диспетчерской были разные диаграммы, кроме одного. Подъемник Т6. Он был где-то впереди, в самом сердце.
там вот. Допустим. Потом я не сидел. О, там еще что-то скрытое. А еще раз? А-а-а, что-то мы установили. Я пока что не мешаю, то есть это все у вас не нужно. Нет, это тупо. Хотя было интересно. А что я просто выпущу? А, там изначально была бомба. Еще раз. Сразу там. Я принимать не могу. Еще одна будет бомба, ёпта. Ой, там еще эти тоже будут. Я
Ладно. Возможно проникновение. Объект 6. Я чувствовал себя крутым детективом из кино, Шерлоком Холмсом, идущим по следу Мориарти, стремящимся разрешить все загадки. Я шел от разгадки к разгадке к концу, каким бы он ни был. Вы не можете! Мои люди еще здесь! Ты не знаешь, почему эта операция называется «Слепой»? Бьем мазы стойки. Зачем уже не выходит? Подожди, как это? Ну, всем пока.